Примадонна российской эстрады, посол чемпионата мира по футболу и еще 200 самобытных красавиц появились в центре Ярославля. Сегодня в сквере на улице Андропова начали монтаж масленичных кукол. Свою лепту обещают внести все города Золотого кольца России. Эта выставка станет стартовой площадкой фестиваля «Главная масленица страны». Открытие праздника намечено на 11 февраля. Когда мы принимаем заявки на участие в этом конкурсе, сразу же конкурсанты определяют судьбу своих экспонатов. Кто-то забирает их, и эта кукла становится украшением где-то на площадках на других масленичных гуляний. Ну а кто-то, принципиально сохраняя и следуя русским традициям, просит о том, чтобы эта кукла была сожжена. Поэтому эту куклу, которая подлежит сожжению, мы отправляем в парк на острове Даманский, где у нас 18 февраля пройдет традиционное сожжение масленичной куклы. Рассказали сегодня и про организацию правопорядка во время праздников. Все ответственные ведомства будут работать в усиленном режиме. С 11 по 18 февраля изменится движение транспорта. Дорога в районе Советской площади будет перекрыта специальными блокираторами. Подобные установят и рядом с рамочными металлодетекторами на тротуарах. Будет проводиться досмотр. Значит, будут стоять рамки металлодетекторы, которые определяют наличие металлических предметов, и на основании этого будет, если у гражданина будет в руках какой-нибудь предмет типа ножа, будет ему предложено оставить этот предмет в автомобиле, или он не будет допущен на праздничные мероприятия.